Какими были первые пионеры? Об этом можно узнать на выставке во Дворце ветеранов, подготовленной по материалам фондов Самарского областного государственного архива социально-политической истории и Центрального государственного архива Самарской области. В экспозиции документы о пионерском движении, фотографии, красный галстук и другие знаковые экспонаты. Единственная, наверное, сохранившаяся не просто фотография, а портрет одной из первых пионерок Анастасии Блинниковой, написанный местным художником Толубеевым. История пионерского движения, начиная с 20-х годов прошлого столетия, тесно переплетена с самыми сложными периодами жизни страны, включая Великую Отечественную войну. Интересно тут все. Это же история нашей страны. То есть начиная с 20-х годов по 80-е годы. Ну, все интересно. Чем жила страна, чем занималась. Вообще история-то была очень нелегкая. Судьба пионерии – это судьба нашей страны. Первые законы движения, карта пионерских дел, атрибутика из частных коллекций. Создатели выставки приготовили много интересного. Это не первый опыт нашего взаимодействия с архивом. И каждый раз выставка архивных документов, предметов, относящихся к тому или иному событию, времени, вызывает особый отклик не только у пожилых, у ветеранов, но и у детей. Выставка будет работать до конца июня. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События.